Уважаемые братья и сестры, я приветствую вас. Сегодня у нас четверговое богослужение, и мне предоставилась такая возможность проповедовать. И я хочу поговорить с вами и поразмышлять о Иисусе Христе, поразмышлять о Его личности в нашей жизни, что Он значит, то есть как Он повлиял на нас. И я хочу сделать акцент на человеческой такой вот этой стороне. То есть, что я хочу сказать человеческую. В нашей жизни есть личности, есть люди, которые так или иначе повлияли на нас. Это и наши родители, учителя, у кого-то, может быть, это какой-то старший товарищ, может, старший брат, либо еще кто-то, может, начальник на работе. То есть, нас окружают люди, которые влияют на нас, нас окружают эти личности. Так вот, я хочу сегодня вот с такой, с человеческой точки зрения посмотреть и поразмышлять о Христе, как Он повлиял на нас, какое место Он занимает в нашей жизни. Зададим давайте эти вопросы сами себе. И первый вопрос, который я хочу озвучить, это что Он значит для нас? Вообще, что Христос значит для нас? И что Он значит, и если Он что-то значит, а я надеюсь, конечно же, что Он много значит для каждого из нас, то как это проявляется? Подумать внутри себя, как проявляется значимость Христа во мне, для окружающих, для моей жизни, и как это видно? А это, в общем-то, должно быть видно, если Христос занимает большое место в нашей жизни. То есть, как сказал Иаков, вера из дел. Покажи мне веру без дел твоих, а я тебе покажу веру из дел моих. То есть, что-то должно все-таки происходить с нами, если Христос для нас важен. И, конечно, можно же сразу же сказать на этот вопрос, что Он значит для нас, что, я думаю, это позиция любого зрелого, состоявшегося христианина, то, что Иисус Христос для нас все. Да и аминь. Он Спаситель, через Него мы имеем спасение и путь к вечной жизни. Он Исцелитель, то есть Ему мы молимся, и написано, что ранами Его мы исцелены. Он Освободитель, Он освободил нас от рабства греха, от рабства страха смерти. Он путь, мы идем им, Он истина, Он жизнь. Я отвечу на это «да и аминь». Но сказать, в общем-то, все мы всегда можем что угодно. И даже порой произнося вот это, то, что Христос для нас все, и Христос, Он занимает огромное, такое вот высокое положение в нашей жизни для каждого из нас. Ну, повторюсь, что, в общем-то, говорить мы можем все, что угодно. И мы говорим. Знаете, из нашего, как написано, источника часто течет и горькая вода, и сладкая, и соленая, и какая угодно. Поэтому ему вот это все перемешиваем. Только что мы молимся, бывает, благословляем. И если, бывает, едешь на машине, тебя кто-то подрезал, там совсем другие слова возникают внутри. И вот это вот все, оно в нас есть. То есть мы говорим много, и мы говорим разное. Но говоря, что Христос для нас все, так ли это на самом деле происходит? Так ли это является для нас, что Христос для нас, Он путь, истина, жизнь, вот это то, что Он для нас в нашей жизни имеет огромное и большое значение? Как это понять? Ведь порой, вот даже приведу такой пример, мы молимся и говорим «Во имя Иисуса Христа». Откуда это пошло? Это написано. Иисус сказал, что если чего не попросите, во имя Мое будет вам. И сейчас много, я думаю, каждый верующий, когда молится, он употребляет это вот, вот это вот во имя Иисуса Христа, он говорит. Но особенно это употребляется, когда вот мы вот что-то особенно желаем получить, когда что-то вот особенно хочется получить, мы говорим «во имя Иисуса Христа». Но «во имя Иисуса Христа» это значит в Его интересах,
во имя, для Иисуса. Знаете, говорит, во имя правды, то есть ты хочешь какую-то правду продвинуть, там, во имя свободы, раньше кто-то говорил так. Мы говорим во имя Иисуса Христа, но говоря во имя Иисуса Христа, мы подразумеваем свои личные какие-то интересы, то, что нам хочется, чтобы у нас было. Не всегда, конечно, но часто, согласитесь со мной, то есть говорить мы можем по-разному, и можем хорошие слова даже говорить, но истинно для нас Христос, является ли Он таким? И когда даже, вот, возвращаясь к этому примеру, мы, говоря во имя Иисуса Христа, мы для Иисуса Христа это просим, конечно, иногда бывает человек, он болеет, и он просит, я хочу, Господь, во имя Иисуса Христа, исцели меня, или дай это. А в уме ты сам думаешь, у меня будет, я смогу пойти кому-то помочь, послужить, я смогу, если у меня будет здоровье, если это, и ты идешь, это во имя Иисуса Христа. Понимаете, о чем я? То есть можно говорить по-разному, но суть, она внутри не всегда такая, как это называется. И у меня вот складывается такое ощущение порой, живя христианской жизнью, пребывая вот в христианских сообществах, и сейчас, в общем-то, несложно найти общение христианское, даже не выходя из дома, иметь контакт с различными общинами, с различным вообще христианским сообществом, смотреть, как оно живет. И у меня порой складывается ощущение, что несмотря на то, что мы называемся христиане, от слова «Христос», христиане, последователи Иисуса Христа, но самого Христа в своей жизни мы отодвигаем как бы на второй план. Нет, ну, мне так кажется, что порой мы это делаем. И несмотря вот на то, что мы называемся христиане, а быть и называться, я повторюсь, это разные вещи. То есть последователи Христа, христиане, принадлежащие Ему. Так вот, порой мы больше, я такое слово как, ну, озвучу, денежане и работяне, от слова деньги и работа, которые нас, вот, конечно же, волнуют в нашей жизни. Мы сконцентрированы на себе часто, на семье. Мы как бы вот себяне и семьяне. Или, можно сказать, еще здоровяне и теляне. Мы сконцентрированы на своем здоровье, на своем теле. Вот этих яния, какие мы, может быть много. Хотя мы, по сути, называемся христиане, но являемся мы вот этими вот вещами. И знаете, формат проповеди, мне кажется, он потому и хорош, что тебя никто не перебьет, и ты можешь сказать свою мысль до конца. Потому что вот то, что я сейчас назвал, я не считаю, что это какие-то ненужные вещи. Работа, здоровье, семья, дом – это все важные и хорошие вещи в нашей жизни. И они должны занимать, ну, большое положение. Вообще, если убрать, допустим, нашу веру христианскую, посмотреть, вот, кто, как люди живут мирские, в миру, как это мы называем, да, а у них их жизнь из этого и состоит. Работа, здоровье, семья, все, вот еще что-то. Из этого жизнь состоит. Так вот, я не говорю, что это не нужно, и об этом не нужно прилагать каких-то, ну, усилий, чтобы работать, зарабатывать и следить за здоровьем, и оказывать внимание своей семье. Нет. Но то, что я хочу сказать, Христос, Он не должен стоять за этим, Он должен стоять впереди этого. И когда вот эти все жизни уже через Христа со Христом, они намного лучше становятся. Они намного прекраснее, интереснее, насыщеннее, когда ты это все делаешь со Христом, когда ты не отодвигаешь Его от этого, когда ты живешь им, и вот твоя жизнь, она приобретает новое. И сейчас вот в свете того, что вот я сейчас говорил выше, хочу прочитать место из Писания, Луки, 14 глава, 26 стих. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Это слова Иисуса Христа. На мой взгляд, такое вот провокационное немножко место Писания, и у многих вызывает непонимание, почему так.
Ну, я это место привел в контексте вот того, что говорил выше, то, что Христос, Он должен быть на первом месте. И Он же, Иисус, говорил много образами, Он говорил просто, чтобы было понятнее. И почему Он здесь говорит, что кто не возненавидит, то есть тот не может быть учеником Иисуса Христа. То есть здесь не смысл, что надо ненавидеть своих всех. И свою жизнь тоже, смысл в другом, что ты должен в своем сердце полностью оставить место для Христа. А иначе, написано, тот не может быть. Тут неправильно понимать, что вот Иисус такой говорит, вот ты не так меня полюбил, все, я тебя не возьму, ученики, ты не можешь. Здесь он говорит о неком физическом, то есть это как можешь ты прыгнуть на 4 метра с места вперед или в высоту. То есть не можешь. Безопределенный может быть там на сколько-то метров тренировки. То есть ты физически не можешь. Так и здесь Иисус говорит, вы не сможете, у вас не получится. У нас с вами не получится. Если ты не освободишь полностью свое сердце для меня, если ты меня не выведешь на первый план, мою личность в своей жизни, ты не можешь. Если ты не освободишь, я не смогу, я не помещусь там просто в твоем сердце, в половинке или в каком-то уголочке. Мне все оно нужно. И тогда я войду тебя, наполню твою жизнь, и мы будем уже вместе любить твоих близких, как здесь написано, да, и отца, и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, но уже в новом качестве, уже прекраснее, интереснее, насыщеннее, и тебе, и им будет это все. И жизнь твоя, она приобретет новое вот что-то. Знаете, возможно, я ошибаюсь, говоря вот то, что я говорил о большинстве, что у меня ощущение, что мы, христиане, как-то отодвигаем. Возможно, я ошибаюсь, говоря о большинстве. И мне бы хотелось ошибаться. На самом деле, я был бы рад этой ошибке. Но вот лично мне, в моей жизни, я чувствую, что мне не хватает Христа. В моей жизни я хочу больше Его присутствия. И я понимаю, что я сам часто становлюсь причиной для себя, для своей жизни вот этого, того, что Его там не так много в моей жизни Христа, как мне хотелось бы. И я сам погружаюсь головой часто в то, что мне не полезно, не назидает. Помните, да, все мне полезно, но не все назидательно. И часто я сам себя отодвигаю от Него, от Иисуса, от Его учения, от Его принципов. И знаете, это как пример. Вот мы, вот наше тело, наше вот тело человеческое, оно состоит из того, что мы когда-то все приняли в пищу. То есть сначала мы родились, были маленькие, и мы сформировались из того, что наша мама когда-то съела. Потом мы, и вот мы едим что-то, наполняем себя, и вот оно состоит все из этого. Оно выросло по-другому никак. То есть, и если вот провести такую, как аналогию, аллегорию к тому, что ну, хлеб наш насущный, да, то есть мы же понимаем, что есть пища обычная такая, физическая, а есть ну, духовная, а есть еще душевная пища, то есть то, чем пропитана наша жизнь, то, куда мы обращаем свое внимание, то, на что мы тратим время, мы себя этим тоже питаем. Кто-то может напитаться сериалами, целый день сидеть, смотреть, и потом его внутренний человек, он состоит из этого. Кто-то может напитаться еще чем-то, кто-то грехом, кто-то работой, и у него все, вот у него все с работой. А кто-то Иисусом, и вот этой пищей духовной, как Иисус говорит, я есть хлеб свыше. То есть мы можем в Библии, в Священном Писании, в общении святых, в молитвах своих, в созерцании Господа, вот в молитве тишины, мы можем получать другую пищу. Мы можем получать небес, и мы будем, наш внутренний человек, он будет состоять из этого. От нас зависит, сколько в нашей жизни будет Иисуса Христа, насколько Он будет для нас
вот это все во всем, от нас самих. И не зря Иисус, Он учил нас молитве, «Отче наш», Он говорил, молитесь же так, и Он говорил, «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Помните? «И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». То есть Иисус, Он говорил, что просите правильной пищи для себя, хлеб насущный. Конечно, это, с одной стороны, это вот эта вот пища обычная, чтобы мы просим, чтобы Господь нам дал питание, пропитание. Но это же еще и о том, чтобы у нас было именно вот питание, хлеб насущный, то есть чем мы занимаемся, что в нашей жизни, какие-то приоритеты, еще что-то. Об этом, то есть Иисус, Он понимал, что без Него мы съедим не то, без Бога. Мы можем просто уйти и не тем питаться, и уйти просто не туда. И Он учит нас, молитесь так Господу Отцу, чтобы Он вас питал, чтобы Он давал вам правильное. Бог дает правильную пищу. Также не веди нас во искушение, то есть чтобы мы в правильно как-то не попали в такое, в неправильное, в греховное какое-то состояние, не искусились от лукавого, то есть от всего вот чего-то ложного, неправильного, от того, что нас обманывает. И Иисус, Он называет Себя, Он говорит, «Я пастырь». Иоанна, 10 глава, 14 стих. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». И дальше, Иоанна 10, 27. «Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною», говорит Иисус Христос. То есть, ну это же понятно, что мы не овечьи, а отарой такие вот идем. О другом речь. Речь о том, что Иисус, Он направляет нас в правильную сторону. Когда Он для нас становится вот пастырем, то есть тем, кому мы прислушиваемся, тем, кто нас ведет, Он пастырь для меня, то есть мне нужно идти за Ним, за Иисусом, иначе я не туда уйду и буду питаться не тем. И я это ощущаю, когда я как-то немножко отхожу вот в какую-то в суету, в работу, вот в эту в жизнь, в обычную, погружаюсь и как бы отодвигаю вот о чем я говорил Иисуса на второй план, где-то у меня что-то другое выходит, и я понимаю, что я не тем наедаюсь, я понимаю, что я путь мой куда-то вот туда, не туда уходит, и мне не хватает Иисуса. Мне Он нужен, чтобы жить, идти, чтобы полноценно жить, наслаждаться ею. Ну как это? Есть такое еще местописание. Иоанна 14, 15. «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Однажды давно, я помню, пережил вот это чувство, я молился, и прям такая у меня любовь такая посетила мое сердце именно к Богу, к Иисусу. И, может быть, это вот в таком виде было, первый раз я так пережил это все. Я начал, Господь, я люблю Тебя, что я для Тебя могу сделать, что для Тебя я могу сделать, как я могу. И мне Иисус вот через вот это место Писания проговорил в мое сердце. Мне пришло оно, что если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Все просто. Он хочет от этого от нас в первую очередь. Мы начинаем там придумывать себе это. А первое, это что надо, то, что Иисус говорит. И заповедь написана, заповедь даю вам новую, любите друг друга. Вот оно, в любви. Любви к Богу, в любви к ближнему. Когда я забочусь об этом, чтобы оно было в моем сердце, я переживаю Христа ближе. Я как бы живу им. И написано здесь, овцы мои слушаются голоса моего. Голос Иисуса Христа. Это не мистика никакая, знаете, как вот, когда бывает, я это тоже переживал, и думаю, многие, когда приходишь в церковь, и уже такие люди более там, которые в церкви давно, они говорят, Бог мне это сказал, Иисус мне то сказал, это. И думаешь, как это, у меня оно как-то нету в голове, не говорит. Что за мистика, какой-то голос? Говорю, да, он мне говорит в голове, а я не переживаю этого. У него тоже нету этого. Но просто Бог, вот через, Он говорит, Его голос в нас, через Писание говорит. Когда ты вот
читаешь Писание, насыщаешься, наполняешься, наедаешься этим, когда ты потом начинаешь состоять из этого, и в нужный момент нужные фразы из Писания, они как бы всплывают. И это и есть часто голос Божий. Через познание Его, через вот как Он смотрит на жизнь. Об этом дальше я еще хочу поговорить. То есть это в нашем сердце все возникает. И это не какая-то мистика. Это просто вещи, которые нас окружают. Это наша жизнь, Иисус Христос. И вообще наша вера, вот заповеди все, вот эти все, это все настолько реально, это все настолько близко. Мы приходим, да, и мы говорим, мы пришли к сверхъестественному Богу, но часто сверхъестественный Бог, Он действует через естественные вещи нашей жизни. Вера, она естественна. Мне здесь хочется вспомнить, я часто вспоминаю это место, фильм «Брюс всемогущий». Мне нравится это место, когда Брюс, он человек, он получил способности такие, и он разговаривал с Богом, и актер Морган Фриман, он играл вот роль Господа, он говорит, что раздвинуть суп в тарелке борща – это не чудо, а настоящее чудо – это когда мать-одиночка воспитывает детей, работает на нескольких работах и успевает водить ребенка на футбол. Вот чудо. Когда человек бросает наркотики и возвращается к нормальной жизни. Вот чудо настоящее. И наша вера, наша жизнь, она и состоит из многих таких чудес. Мы должны просто видеть это. И Иисус Христос, Он также реален в нашей жизни. Его присутствие, через Его учение, Он оставил нам свое учение. Оно записано в Библии, 4 Евангелия и вообще Новый Завет. Оно раскрывает учение Иисуса Христа. Посредством этого Он наполняет нашу жизнь. Он наполняет нашу жизнь, и мы меняемся. Иисус – это естественный участник моей жизни. Он много значит для меня, и я хочу, чтобы Его было больше. И вот представить просто, как бы хотелось побыть с Ним, вот как с Иисусом, когда Он был на земле, вот я иногда сижу и молюсь, и представляю, вот что бы я как, вот Иисус, живой Господь, человек, Сын человеческий, Иисус Христос, Сын Божий, в одном лице. Я, наверное, как та женщина, просто упаду у ее ног и буду рыдать за все. Мне кажется, я так отреагирую. Но так бы хотелось этого. И, конечно же, хочется также быть с людьми, которые похожи на Него внутренне, которые Его, с теми, кто носит Его в своем сердце. Вот с такими людьми хочется быть рядом, с ними хочется общаться. Ведь правда? И нам всем нужно стараться быть такими, стараться быть Христовыми. Для этого нам нужно быть с Ним, проводить время. Как вот с того, что я начал, как Он повлиял на нашу жизнь. Чтобы Он влиял реально на нашу жизнь. Знаете, это как бывает? Вот смотришь, идет отец, а сзади сын. И вот смотришь, они одинаковые. Вот отец идет, и сын сзади такой же походочкой пытается повторить. Они много времени вместе проводят, они становятся одинаковыми. Или какие-то двое друзей, смотришь, они, у них какие-то фразы одинаковые, как-то одинаково начинают. Это люди, которые ну, вместе, они становятся похожи. Или муж с женой, которые прожили всю жизнь, и уже, может, старички, пожилые, не обращали внимания. Они, люди в начале вот своего супружеского пути вот этого, они как-то разные, а к концу они даже внешне одинаковые становятся. Но это если они всю жизнь прожили вот, в любви, в согласии, вот, вот такой жизнью. Старички, они как близнецы уже. Фотографии можно ну, посмотреть. Они сидят, вот я смотрел или ну, людей видел. Они похожи становятся.
Не говоря уже о том, что ну, не только внешне, а то есть внутренне, там одинаковые люди. Так и мы проводим, когда время со Христом, мы становимся похожи на Него. И Он влияет на нас, на нашу личность, на наше формирование, на наше вот, ощущение, восприятие жизни. Вот кто для нас Христос. Ну, также, конечно, хочется попытаться понять, как Христос смотрит на нас. То есть, как Он относится к нам. Как Он относился к людям, как сейчас. И здесь я хочу такую важную вещь одну отметить, как то, что все-таки Иисус Христос, Он был человеком в полном смысле этого слова. То есть, конечно, Он Сын Божий тоже, и Он в Нем божественное естество начало, но и человеческое, вот в Нем именно, вот в таком, в нашем понимании, в нем было тоже во всей полноте. Сын человеческий написано. Вот именно эту часть Его естества, Его личности я хочу перенять, хочу перенимать все. Потому что вообще, ну, говорить о Боге как о личности, может, как-то это узко, что Он Господь, Он личность, но Он больше какой бы то ни было личности. Это не вписывается. Это то же самое, что говорить, что, допустим, о городе, обо всем, о большом. Что это город, это вот какие-то два человека. Тут Бог, он личность, да, но Он больше этого. Но Иисус Христос, именно человек Иисус Христос, который обитал здесь, как написано, Слово стало плотью и обитало с нами, ходил среди нас, был, имел вот это вот же, такое же тело, как у нас. Он личность. Бог явил себя в нем, в этой личности. И Он как бы явил себя в личности, и как написано, Бога никто никогда не видел, Сын явил. Так вот, вот здесь мы Его можем понять, перенять и какие-то все взять для себя, то, что нам нужно, глядя на Христа. То есть Сын явил нам Отца, и глядя на Иисуса, мы можем это быть похожи на Него. Потому что Он был полностью, еще раз повторюсь, человеком. И Он стал понятен нам. Потому что Бога мы не можем в свой разум вместить. А вот личность Христа мы можем перенимать. Это как если привести такой пример вот с компьютерами. У компьютеров, у них есть несколько уровней глубины, то есть работы компьютеров. Первый, и всем нам известен, и он нам понятен, мы пользователи, мы пользуемся, то есть интерфейсом, через монитор, то, что нам выводится. Но ведь внутри-то там совсем другие процессы, но больше и глубже, и нам туда уже, чтобы понять, как работает программа, есть люди специальные, программисты, они туда дальше уходят, смотрят, программный код пишут. Но программный код – это лишь человека понятный, человека читаемый. И дальше есть более глубокий уровень программного кода, машинный уже. А там еще дальше есть более глубокое. И вообще все работает на электричестве. То есть компьютер – это просто нули и единицы, положительный и отрицательный заряд. Там, на самом глубоком уровне. И мне, вот, ну, мне непонятно, как там это устроено. Ну, я и не вникал, ну как… Конечно, но тем не менее, как пример. Так вот, Господь, Он намного шире, Он Бог. Он всю вселенную создал, Он содержит ее всю. Просто представить вот на минутку, что сейчас происходит на Солнце, допустим, на звезде, какие там взрывы, что, откуда это все. Да Бог все содержит собой. Вселенная. Мы не можем туда своим разумом проникнуть, вникнуть. Но Бог, Он стал человеком. В Иисусе Христе Он показал нам вот себя, какой Он. И глядя на Христа, мы смотрим, нам понятно становится во всей полноте. Да,
Вот он, Господь, вот такое его сердце. Иисус говорит, я и Отец одно, вот он, я такой. Это нам, как вот человека, понятно, для человека. И глядя на личность Христа, мы можем для себя брать какие-то вещи. Нам нужно его изучать, нам нужно, чтобы его личность, она влияла на нашу личность, чтобы она формировала нас. Тогда мы сможем, как написано, быть его учениками, оставить все и им полностью заполнить себя. Божественное естество нам в нем вместить. Мы можем, конечно, и мы это делаем, прикоснуться к нему в молитве, созерцая, молясь, обращаясь к нему, размышляя о нем. Мы можем прикоснуться вот к этому, к такому большому, глобальному, но лишь с края войти туда. Мы так устроены, что мы не перенесем это. Как написано, гадательно, как сквозь тусклое стекло. Потом мы изменимся когда-то, и мы что-то как-то больше это все проникнем. Но сейчас мы ограничены этим телом. Да я и о другом сейчас хочу сказать. Я хочу вот именно обратить внимание, чтобы мы смотрели на личность Иисуса Христа, на его вот этот вот земной путь, учились. Это понятно для нас, потому что это раскрыто все, это написано. Это то, с чего начинать нужно, свой духовный путь. Изучать Иисуса. И глядя на Иисуса, мы можем понять еще одну вещь. Еще раз я повторю. И это, ну, для меня это просто важно. То, что, несмотря на то, что Он Сын Божий, Он был человеком во всей полноте. То есть Он был, переживал, чувствовал все. Жил Он, как мы с вами. Поэтому мы можем повторять то, что Он делал. И должны на него равняться. И кто-то скажет, ну он же Бог. Ну да, но он человек во всей полноте. И как бы это сказать? Иначе бы, если бы он не был вот так же все, как мы переносили. Он родился, он жил, он умер. Воскрес, конечно. Но если бы он не был человеком во всей полноте, я считаю, что просто вся наша вера, это просто тогда какой-то фарс. Чтобы вот это все исполнить, свое служение, ему нужно было быть человеком, пережить вот это все, именно как человек. Иначе бы и смерть не была побеждена. Иначе бы и, как Павел говорит, и проповедь наша тщетна, и вера наша тщетна, но он был человеком. С божественным, конечно, естеством. Я сейчас об этом говорю. Иисус. И Бог вот в Иисусе Христе, Он глазами человека, с большой буквы человека, конечно, смотрел на человека. Он смотрел на людей, будучи сам вот в этом обличии, в этом вот влечении в нашей. Он спустился до этого, до нас. В Иисусе Христе, в помазаннике, он глазами человека смотрел на человека. И что он переживал? И я хочу сейчас прочитать место Писания. На мой взгляд, это сильнейшее место Писания. Оно наиболее, на мой взгляд, развернуто, характеризует, вот, что Иисус переживал в отношении нас, в отношении людей. Бог в человеке, в отношении людей. Это Евангелие от Луки, 22 глава. 33-34 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же ответил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий». Представляете, такое место Писания. Наилучшая иллюстрация отношения Христа к людям. 33 стих мы читаем. «Там распяли его». Его распяли, если представить это, каждый, наверное, представлял. Приколотили гвоздями к кресту. А в следующем стихе он уже за этих же людей, которые вот его распинали, он говорит, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот что было в его сердце. Он говорит, «О, Господи, он переживал за этих людей, которые его распяли». Он говорит, он молился за них. Он говорит, просто они не понимают, говорит, Господи.
Если бы они понимали, они бы, если бы знали, они бы так не делали. Но ведь правда же, многие из нас, делая там что-то, или кто-то нам делает что-то, или мы кому-то, не совсем хорошее. Мы же верующие-то люди, по крайней мере, мы не специально же, бывает, делаем. Ну и вообще, ты вот если бы ты знал, что ты вредишь себе, ты же не стал бы этого делать. Ну, в нормальном, как бы, вот, понимании. И даже если ты позволяешь что-то себе делать неправильно, значит, ты не до конца все понял, что это вредно. Эти же заповеди, они же даны все не для того, что вот Господь, Он хочет, чтобы вот, вот было так и так. И Он говорит, Он же заповеди дал, заповедь добра написана, она дана нам на добро, то есть для того, чтобы мы где-то не оступились, потому что вредно грешить это. Грешить это вредно для нас самих. И это проявляется в разных. И наоборот, не грешить полезно. Ну, хороший пример, если ты не воруешь, то ты за воровство не сядешь в тюрьму. Если ты не ходишь, не пьешь там, не куролесишь, то ну, ты не будешь избитым. Каждые несколько месяцев в синяках, как есть некоторые. Понимаете, о чем? То есть заповедь, она добра, она, чтобы нас защитить. И здесь же Иисус тоже говорит, они просто не понимают. Они не поняли ничего. Они не ведают, что творят. Вот отношение Иисуса Христа к нам. Он мог тогда, Иисус, сойти с креста. Я думаю, мог. Мог просто молчать. Он молился. Такая любовь, такое отношение к людям. И представьте нас. Нам на ногу-то в очереди наступят. Что там из нас выходит? Или в чате там, в родительском. Не дай Бог, там кто-то что-то напишет про нас или про наших детей, там, тем более. Что внутри? Или на машине ты едешь, тебя подрезали. В таких мелочах у нас уже начинается реакция. А Иисуса распяли, и Он молится за людей. Говорит, Господи, они просто не знают, они не понимают. Прости им, они не ведают, что творят. Он переживал за них. И вообще Иисус, Он как человек, Он прожил, в общем-то, насыщенную жизнь на этой земле. То есть Он многие аспекты прожил, вот именно человеческой жизни. Он и был обычным человеком, ремесленником, как сын плотника, тоже плотничал. И Он был лидером и учителем, Он был тем, кого хотели сделать царем, когда Он въезжал в Иерусалим. И через несколько дней Он был тем, кто отвергнут толпой. И Его распяли. И во всем этом, во всей своей жизни Иисус не согрешил. Он правильно прошел. Нам на Него надо равняться, своей человеческой жизни. И порой мы ищем вот таких вот каких-то духовных рецептов. Господи, садимся, измени меня, там, Господи, мое сердце, там, еще что-то. А может, просто заглянуть в Писание и посмотреть, как Иисус реагировал на различные вещи, поучиться у Него вот таким вещам. Просто посмотреть для начала, проанализировать, насколько я соответствую этому, что в моем сердце. Главный ли Он для меня? Делаю я ли то, что Он мне говорит? Исполняю ли я заповеди? Потому что она, заповедь, вся и направлена на то, наше сердце менять. Возлюби ближнего, возлюби Господа. С любовью все приходит. Ну, конечно, не сразу, но тем не менее. Иисус Христос, Он вот в этом во всем, Он не согрешил в своей жизни. Еще одно место Писания хочу прочитать уже в заключительной части своего слова, на мой взгляд, самого важного, то, что сегодня хотел донести. Иоанна, 17 глава, 23 стих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и я возлюбил их, как возлюбил меня». «Я в них», еще раз, «и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». «Я в них, и ты во мне».
И написано, что я в них, то есть его сердце, оно со мной. Он, знаете, это как, я это так понимаю. И он молился, вот эта молитва его, то, что я прочитал, это одна из последних молитв, когда он уже готовился, уже к Голгофе, он уже знал, что ему предстоит пострадать уже, что вскоре. И вот это одни из последних вещей сказанных. Я в них, и ты во мне. То есть какое-то расставание, он говорит, я все равно в них остаюсь. Знаете, это как я с ними, можно сказать. Когда, например, вот мать провожает сына в армию, говорит, сынок, я с тобой, я в тебе, я с тобой, мы вместе, мы единое, неси это. Понимаете, о чем речь? Иисус говорит, я в них, и Христос во мне, Он во мне вот через все, на самом деле. Он влечет меня, я хочу быть с Ним. Я хочу быть с Ним близко, я хочу быть с Ним рядом. Именно Иисус Христос. Господь с неба и человек. И все, что с Ним связано, дорого мне. Знаете, сначала было не так. Я думал, ну, люблю Бога, наверное, да. Как вот читаю Библию, там еще что-то. Но пришло время, когда-то я потом пережил эту любовь именно к Нему. Я полюбил именно Его, за Его вот это вот, за Его характер, за Его личность, за Его поступки, за Его отношение ко мне. Ко мне пришла эта любовь, ответная к Нему. И сейчас, когда я где-то слышу, ну, допустим, Иисус где-то, вот в церкви понятно, там всегда ликуешь, радуешься, Иисус, вот, а где-то, допустим, где ты не ожидал услышать это, и ты раз Иисус, и ты раз весь встрепенулся, да, где это мое что-то, понимаете о чем? Или едешь где-то, допустим, ну, какой-то плакат где-то, да, вот обычный плакат, и там что-то вот христианское про Бога, про Христа, и тоже радуется сердце, а, это мое, да. Я в них, Он во мне. Все это наше. Хочется, Христос влечет меня. И хочется быть с Ним. Все, что вот с Ним связано, оно дорого. Оно дорого. И еще прочитаю Галатам 2:20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Когда вот это приходит, когда вот это приходит истина, вот это Его жизнь внутри тебя, ты начинаешь вот как-то по-настоящему изменяться. И когда... переживаешь Его близость, именно вот близость Господа, то всем разумом и душой вот ты обращен к Нему, и ты как бы становишься другим, входишь в такое состояние, ты начинаешь смотреть на мир по-другому. Я это состояние называю «взгляд Христа». Это тема моей проповеди. Взгляд Христа. Потому что ты чувствуешь в тебе, Господь, ты, когда вот ты именно напитан этим, когда ты следуешь за Ним, когда ты живешь и переживаешь Его, и ты становишься, твое как бы вот миропонимание, мироощущение, оно по-другому начинает чувствоваться. Взгляд Христа. И ты чувствуешь, как вот это, как... Бог глазами человека смотрит на человека, и ты смотришь на других людей, ты его взглядом, тебе кажется, что это не ты, это что-то он смотрит. Его принципы в тебе, его понимание, его отношение к людям. Вот, и через это ты имеешь такой мир в сердце, через это ты имеешь такую любовь. Ты переживаешь эту любовь к людям, когда вот у тебя есть этот взгляд Христа, когда он наполняет тебя. И не надо уже... как-то заставлять тебя. И ты сопереживаешь и сорадуешься. Как написано, помните, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. И не надо себя так сегодня куда пойти, радоваться там с теми или плакать с теми. Что делать-то? Оно само. Ты смотришь, ты видишь чью-то радость, твое сердце радуется, что вот у них вот так, это и то. Или какую-то печаль, наоборот, у людей, горе там, плач. И ты искренне, внутри тебя сердце сжимается, оно сопереживает, слезы накатываются. Ты не можешь проходить мимо сердца, оно таким становится. Это взгляд Христа. Но такое состояние ты не можешь, я, по крайней мере, не могу долго вот как-то поддерживать.
Потому что это тяжело на самом деле в таком быть. И оно уходит постепенно. Ну, тяжело, потому что это как бы ноша, что ли, такая. Как бы ноша. И ты не можешь за всех это нести. Как Бог, как Иисус. А Он, глядя на каждого, Он переживает действительно. И ты вот смотришь на человека, даже если он что-то плохое делает, когда ты вот в таком состоянии. И даже я стараюсь, когда вот вижу какой-то негатив или в чью-то сторону, или в мою сторону, я стараюсь вот, вот именно к этому прийти, начиная молиться, Господь. Вот, и просто берешь и смотришь, и ну, как вот, вот глазами Иисуса, как вот Он на него смотрит. И сразу любовь приходит к человеку, даже если он негатив несет. И сразу ты понимаешь, что его ну, жалко становится человека такого. Ты какие-то мотивы его выискиваешь, почему он так сделал, почему вот это произошло. И у него в семье может не так. И жалко, что вообще думаешь, раз они вот, ну, вот, вот так вот все, то в семье у них, наверное, не так что-то. И вообще, и вот он не со зла, и еще что-то. И нету злости, нету вот этого как вдруг тебя неожиданно на ногу наступили, ты, или еще что-то. Понимаете? Взгляд Христа. И вот это состояние, оно принесет нам благословение, мне кажется. Я думаю, многие переживали это. Не обязательно так, как я, кто-то по-другому может быть. Но само вот это чувство, когда ты наполнен именно им, и ты смотришь, и ты совсем по-другому. И такая радость жизненная, несмотря ни на что происходит с тобой. Потому что личность Христа, Его вот это вот, все Его, оно наполняет тебя, то, что Он нес людям. И вот это вот место, когда прости и мочи, ибо не ведают, что творят. Но ведь правда, многие бы знали, они бы так не делали, если бы понимали. И наша-то задача им рассказать, что так нельзя, что это неправильно, это вредит тебе. Нельзя тебе в ту дверь ходить, вот сюда надо идти. Это наша задача. И поэтому и нам злиться нельзя. И вот это вот состояние духовное, которое приходит, когда ты объединяешься со Христом, сначала оно может быть, ну, не так часто ты можешь это переживать. Чем больше ты времени проводишь в Боге, чем больше ты молишься, созерцаешь Господа, чем больше ты вот, имеешь с Ним вот это Писание, читаешь еще что-то, тем чаще, я это называю, как вот такой есть игровой сленг, есть там активные скиллы и пассивные. Сначала он активный, его включать надо, это состояние. Но постепенно, вот как раз это и есть духовность, когда это у тебя в постоянное переходит такое. Но сложно все время это держать. Сложно все время держать ближних в своем сердце. Это как-то... Хотя ты можешь, ты переживаешь, но... Но это наша плоть человеческая, она своего порой требует. И мы начинаем суетиться, начинаем какие-то дела свои, и потом смотришь, ты опять на кого-то излишься, и все. Обращаешься к Богу, и опять принимаешь вот этот вот Христа в себя, взгляд Христа. Вот этого нужно достигать нам, я считаю. Этого состояния, единения со Христом, и внешне, и внутренне. Вот оно главное. И смотреть на мир Его глазами. Смотреть на мир просто глазами Иисуса Христа. В этом, думаю, для нас есть большое благо и большое благословение. Давайте сейчас помолимся нашему Господу. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь к нам. Просим Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа, помоги нам узнавать лучше Тебя. Помоги нам узнавать Иисуса. Помоги нам узнавать Иисуса Бога, Иисуса человека. Тот путь, который Иисус прошел здесь на земле, не согрешив. Открывай нам истины эти все. Помоги нам вот так же смотреть на людей, молиться о них, переживать. Ибо на самом деле мы, многие из нас, не ведаем, что творим. Знали бы, так не делали. Боже, мы любим Тебя и желаем, чтобы вот этот вот взгляд Христа, Он управлял нами.
ты смотри нашими глазами на этот мир. Мы предоставляем тебе свое тело, свою жизнь в распоряжение. Спасибо тебе, наш Отец. Спасибо тебе за все. Слава тебе, наш Бог. Аминь. Дорогие друзья, я еще хочу поблагодарить всех вас, тех, кто жертвует для нашего служения. Мы благодарны вам, и на самом деле это является для нас большим благословением. Поэтому пусть Бог благословит вас, и сейчас вы можете увидеть небольшой видеоролик о способах пожертвования. Будьте благословенны. Дорогие друзья, пожертвование можно внести любым удобным для вас способом. Способ первый. На сайте церкви newlife.ru в разделе «Поддержать нас» с помощью платежного сервиса «Робокасса» ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе «Поддержать нас». Способ третий. Через сервис Сбербанк Онлайн в разделе «Оплата услуг» набрать церковь «Новая жизнь» города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа, пожертвование на осуществление уставной деятельности. Большая просьба – точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам, указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе «Поддержать нас». Если у вас возникают вопросы о способах пожертвований, вы можете задать их по телефону 8 912 22 333 02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации.